Ти відчувала себе повноцінною дружиною? Ти знаєш, Єва, я відчувала себе повноцінною, я, здається, гралася у дружину, і це дуже легко, коли ти вдома, коли ти слідкуєш за своїм чоловіком. А от чоловік, мені здається, не відчуває у цивільному шлюбі себе повноцінним, можна я скажу російською, от мужем, от замужем. І коли я вже стала так активно працювати, сама себе забезпечувати, я зрозуміла, так, цивільний шлюб, рівні права. Треба боротися за своє щастя, щоб чоловіку було добре, щоб мені було добре, щоб батькам довести, що нам непогано, і щоб нічого не просити. І я так подивилася, що я прийняла на себе функції чоловіка. І мені стало важко. І я зрозуміла, що я більше так не можу. Ми знаємо обидва, що у нас між нами є кохання. Але я опинилася в тих моментах, коли ми молоді, криза стосунків. Ми розходилися, і в той момент я одразу стала доросла, тому що я зрозуміла, що я була ніхто. От я дружина, цивільна дружина, а коли ми розходимося, я ніхто, я просто дівчина, яка не має ні на що права. Вона просто залишилася з якимись там своїми відчуттями, а він своїми. І якби повернула б час назад, то, мабуть, вже через півроку я сказала, давай жити разом. А ще півроку він би мені сказав, давай одружимось. Він. Моя помилка в тому, що, вибачте, пані Ірино, я не знаю законів. І це жах. А незнання законів? Не позбавляє від так, я знаю тепер. Ось, і три місяці чоловік має забезпечувати дружину, щоб вона сама не плакала вдома, щоб вона з хорошим настроєм йшла на роботу, виходила в ефір. Як це робила я, щоб їжу, яку вона споживає, забезпечував чоловік, щоб вона не переживала про помешкання, щоб вона не шукала це помешкання, шукав чоловік. І слава Богу, мій любий мене кохав, і він мені допомагав. А я думаю, що є такі випадки, коли чоловік залишає жінку, і вона залишається з розбитим серцем і ще з купою соціальних проблем, які на неї навалюються. І це для мене, ну це страх. Я зробила одного разу одну помилку. Я сказала усім, що в мене є коханий чоловік, я назвала його ім'я, я назвала його прізвище. Але він не прийшов до моїх батьків, він сказав, що я його дружина. Так? Тепер з цього часу я назову ім'я і прізвище лише чоловіка, який буде зазначений у мене у паспорті. Вот вы прожили в гражданском браке, что все-таки толкает девушек, женщин на вот такой вот многолетний, иногда вот негативный опыт? Вот почему они на это решаются? Спасибо вам. Как вас зовут? Юлия. Юлия. Я бы не сказала, что это негативный опыт, это опыт, да, но я считаю, что с моей стороны было безответственно так к себе относиться, потому что когда я иду на канал на работу, у меня просят пропуск. Без пропуска, без паспорта я никто. И, к сожалению, ко мне в 25 лет пришло осознание того, что я должна была все-таки посерьезнее. Это не вина мужчины, мне кажется. Я опять-таки сейчас выполняю вот функцию. Вот сейчас вот я хочу говорить ответственно, быть ответственной за свои слова. Наверное, если бы я захотела, если бы я не трусила, вот, наверное, где-то подсознательно я боялась выйти замуж. Вот, я, наверное, не хотела, чтобы вот там какие-то другие мужчины, наверное, вот, которые за мной наблюдают, вот знали, а, она уже замужем, все, до свидания. Хотя, знаете, Юль, по опыту, вот к замужним женщинам намного больше пристают, чем незамужним. Я все хотела спросить у Розы, а вот она говорит, я осталась одна без защиты, без прав. Я хочу спросить, Роза, а какие вы права хотели? Сегодня от кого защита? Защита, да, вот защита своего сердца, скорее всего, была на тот момент, да, потому что сейчас все поменялось, и это было, может быть, это эгоистично прозвучит, да, но случилось тогда этот разрыв, все случилось спонтанно, это было, наверное, право на этого человека. А как вот я вот была в определенных там условиях, с определенными чувствами, а вот со мной вот так вот поступили, я была в шоке, я вот почувствовала себя незащищенной. Ну вот как бы вы написали в законе? Вот представьте, вы... Вот то, что говорила Ирина, это очень правильно, должен быть... Я же сегодня уже предупредила, я законов не знаю, ну, хорошо. Представьте, но что вот вы можете их если, писать. Напишите. Я бы написала... Вернуть,
оштрафовать, наказать. Не бросать. В кайданы? Дома привязать. Не бросать женщину. Работы. Что ему за это сделать? Не бросать женщину, а нести за нее ответственность в определенный срок. Договориться о том, как они поступают, что они, как они, ну, отвечает он, чтобы он определенное время за нее отвечал, чтобы она успела выйти из этого эмоционального негативного состояния. Девочки, о чем мы говорим? Мы все очень счастливы, когда у нас что-то нам изменяют, когда мужчина уходит, когда мужчина обманывает. Мы все счастливы, нам всем очень хорошо. Нет, нас спасают подруги. Нас спасают какие-то заведения. Мы пытаемся забить свое время. Это должны делать не подруги. И... А орган опеки и попечительства, например. Это должен ну, делать мужчина. Себе с баяном и это не смешно. Да, мужчина это должен делать. И если женщина, например, я сейчас скажу, наверное, грубо, да, это мы заговорим о материальном сейчас. Но, наверное, если мужчина несет ответственность, например, материальную за женщину, если он ее бросает, то пускай оплатит ей месячную путевку в Египет, пускай едет, шляется, а она отдохнет. И отдохнет от этих депрессий, от этой всей гадости, которая может произойти в ее жизни. Это я говорю об изменах сейчас. Мужчина должен нести ответственность за женщину в материальном плане и в эмоциональном. И если он ее любит, а потом разрушает ее мир, пускай несет за это ответственность, потому что она все это время с ним спала. Спала просто так, проституткам платят деньги. А вы женщину, свою жену меня. Должны любить, вы хотите сказать, что... не должны ее обижать, должны нести за нее ответственность при любых условиях. Я вам повторюсь, за материальное ее положение и за эмоциональное, потому что женщина дает очень многое мужчине.